Российский футболист Дмитрий Тарасов на протяжении месяца ведет личный марафон об отношениях. Но, похоже, бывший футболист и бывший муж Ольги Бузовой зашел слишком далеко в своем желании зарабатывать на собственном блоге в Инстаграм. Если раньше он делился подробностями своего нынешнего брака и секретами воспитания детей, то в последнее время решил использовать беспроигрышный контент для привлечения подписчиков. Начинающий блогер просек, что интересно народу. Семейные склоки – самая горячая тема, способная привлечь внимание к его персоне. И если с вечно беременной Костенко уже все ясно, то о его отношениях с бывшей женой Ольгой Бузовой люди Ольги хотят послушать. Дмитрий Тарасов решил использовать имя бывшей супруги и рассказал о причинах расставания с ней. По словам Тарасова, разногласия с Олей у них начались на почве детей. Дмитрию хотелось много детей, а Оля предпочла заниматься карьерой и зарабатывать. В сторис Инстаграм он выложил два снимка. На первом он запечатлен с дочками и своей беременной женой Анастасией Костенко, а на втором изображена Бузова на сцене. Тарасов написал: «Наглядно показал на этих сторис, почему разошлись наши пути и о чем мы думали в тот момент». Потом он неожиданно признался, что несколько месяцев назад общался с певицей. По его словам, ему стало жаль бывшую возлюбленную, когда она рассталась с Давидом Манукяном. Его сердце дрогнуло от такой новости, и он решил, что Оля как никогда нуждается в его поддержке, и написал ей сообщение в соцсети. И ему на радость Бузова ответила. Что именно Дмитрий написал ей, он не говорит. Но, скорее всего, он выложит всю подноготную, дабы привлечь внимание. Об Ольге Бузовой спортсмен заговорил не случайно. Не секрет, что футбольная карьера Дмитрия фактически завершилась. Из казанского «Рубина» его выгнали, а устроиться в новый клуб он не смог. Поэтому теперь Тарасов пытается зарабатывать деньги на марафонах, обучая подписчиков, как построить счастливую семью. Однако пока советы от трижды женатого футболиста, успевшего повоевать с первой супругой за алименты на старшую дочь, не пользуются большой популярностью. Поэтому-то Дмитрий решил привлечь к себе внимание, подняв тему отношений со звездой «Дома-2». Тарасов заявил, что его до сих пор травят в сети за скандальный развод с певицей. А главное, за некоторые его некрасивые поступки, в частности, за то, что он при расставании отобрал у Бузовой машину, которую сам же ей подарил. Спортсмен утверждает, что у него была веская причина для разрыва с Ольгой, которую кратко можно описать как «кардинальное несовпадение жизненных ценностей и целей». Но за свое поведение во время расставания Дмитрию до сих пор стыдно, и он чувствует свою вину перед телеведущей. Футболист признался: «Есть ошибки в этом разводе, которые я как мужчина не должен был допускать. Об этом поступке речь идет о машине, которую Дмитрий забрал у Бузовой. Я действительно жалею. Потому что все это делал на эмоциях, которыми не мог тогда управлять». Однако повысить свой авторитет в глазах общественности у Дмитрия не вышло. В ответ на неожиданное признание на футболиста обрушилась волна критики. Спортсмена обвинили в недостойном поведении и желании обогатиться за счет известной бывшей жены. Его неудачную попытку в пух и прах раскритиковала и Ксения Собчак. Она намекнула на полный провал предыдущей идеи Дмитрия рассылать подписчикам кодекс семьи Тарасовых. И назвала его новую попытку настоящим адом. А уж кто, как не Собчак, знает толк в преисподней. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Собчак написала: «Кодекс семьи ПДФ не пошел. Теперь с козырей. Но как минимум у беременной Костенко железные нервы». А затем добавила: «Какой ад?» Супруга Тарасова Анастасия тоже выразила недовольство этой идеей, предположив, что аккаунт супруга взломали. Тарасов довольно заметил. Мол, да, жене разговоры про Бузову вовсе не по душе, но чего не сделаешь ради хайпа. Саму Ольгу Бузову тонны хейта, кажется, совершенно не задевают. Она просто двигается дальше. Вот и сейчас знаменитость улетела на целый месяц в Африку, где будут проходить съемки нового проекта для ТНТ.